Всем привет! Заснеженная роза с ягодами черной рябины и глиттерными листьями, как украшение для волос. Приглашаю присоединиться к творческому процессу и создать такую композицию вместе. Скатываем шарики из самозастывающей на воздухе полимерной глины. Предварительно, при необходимости, подкрашиваем глину акриловыми или масляными красками. С зубочисткой добавляем ягодки реалистичность. Пока ягоды сохнут, готовим все остальное. Роза сегодня из зефирного фоамирана. Истончаем проглаживанием утюгом с выключенным режимом пара через листы офисной бумаги. Нарезаем фоамиран на квадраты со стороной примерно 3 см. Вырезаем лепестки, срезав 3 угла. При желании тонируем. Я использую корейскую сухую мягкую пастель. Скручиванием и перетиранием формируем лепестки. Собираем цветок с помощью горячего клея. Для плотного бутона вполне подойдут обрезки фоамирана. Первые 5-6 лепестков наклеиваем друг против друга. Затем 10 лепесточков равномерно раскрывают бутон. И 2 веера с подкрученными с одной стороны 3 лепесточками. Срезаем получившуюся ножку, так как цветок нам нужен с плоским основанием, и подклеиваем еще 2 ряда по 5-6 лепестков каждый.
Формируем листья. Так как у меня галитерный фоамиран тоненький, то и фактуру с молда получается снять. Мелкие зубчики тоже получится выстричь. Лучи чашелистика я вырезаю по отдельности только из-за экономии материала. Ягодки подсохли, тейпируем бисерную проволоку и вклеиваем веточки. Используем суперклей. Собираем украшения и крепим желаемую фурнитуру. Для эффекта инея спонжем наносим акриловую белую краску, минуты через 3 акриловый прозрачный лак и глиттерные прозрачные блестки. Вот и все, наше украшение готово. Буду рада, если видео вам понравится, окажется оно полезным. И вы в комментариях оставите пару слов для меня. С удовольствием отвечу. До новых скорых встреч. Пока-пока.